Видео подготовлено для канала «Уроки ТВ. Математика. 4 класс. Автор чекин. Часть 1. Задание 358. Как изменится объем выполненной работы, если при том же рабочем времени производительность увеличится в 2 раза, уменьшится в 3 раза? Приведи по одному подтверждающему примеру». Если производительность увеличится в 2 раза, то при том же рабочем времени объем выполненной работы – тоже увеличится в 2 раза. А если производительность уменьшится в 3 раза, то и объем работы уменьшится в 3 раза. Для того, чтобы доказать данное утверждение, мы сейчас приведем примеры. Ну а для этого мы организуем вот такую табличку. Вот так и вот так. В первом столбце таблицы мы будем записывать производительность. Во втором столбце мы запишем время. Рабочее время. И в третьем столбце мы запишем объем работы, имеется в виду объем выполненной работы за указанное время при указанной производительности. И сразу в качестве примера. Пусть производительность составляет 3 детали в час. То есть какой-то рабочий работает с такой производительностью. Каждый час он изготавливает 3 детали. Время. Пусть это будет 8 часов. То есть один рабочий день. Какой объем работы выполнит рабочий за один день за 8 часов с производительностью 3 детали в час? Значит, в каждый час он изготавливает 3 детали. Тогда за 8 часов он изготовит 3 умножить на 8 – 24 детали. Теперь давайте эту производительность увеличим в 2 раза. Было 3 детали, а стало 6 деталей в час. В 2 раза больше. Так, то же время, 8 часов. Чему равен объем работы? 6 деталей в час умножить на 8. 48 деталей. 48 в 2 раза больше, чем 24. То есть, если мы 48 разделим на 24, получим 2. 2 раза. То есть, мы видим, что объем работы увеличился в 2 раза. А теперь посмотрим, как изменится объем работы, если производительность уменьшится в 3 раза. Вот была производительность 3 детали в час. Уменьшилась в 3 раза. Значит, 3 разделить на 3. 1 единица. Значит, стала производительность 1 деталь в час, в 3 раза меньше. Те же 8 часов. Тогда какой объем работы будет выполнен рабочим? Каждый час он изготавливает 1 деталь. Тогда за 8 часов он изготовит 8 деталей. Теперь давайте сравним объем работы. Был 24 детали, а стал 8 деталей. 24 разделим на 8, получим 3. То есть объем работы стал в 3 раза меньшим. Вот теперь все это давайте мы запишем в ответе. Итак, ответ. Читаем вопрос. Как изменится объем выполненной работы, если при том же рабочем времени производительность увеличится в 2 раза? И отвечаем. Если производительность увеличится в 2 раза, то и объем выполненной работы увеличится в 2 раза. А если уменьшится в 3 раза, то и объем работы уменьшится в 3 раза. На этом все. Если вам понравилось видео, не забудьте поставить лайк. А если у вас появились вопросы, пишите в комментариях.